Всем привет! Хочу выложить очередной ролик по итогам месяца работы в Делко. То есть, если смотрели мои предыдущие ролики, то как бы я там афишировать, пересказывать все не буду. Расскажу конкретно про рейс. Вот крайний. Я ехал с Москвы на Красноярск. Тоннаж у меня был, получается, 14 тонн. Грузился, получается, в сторону Пскова, 400 километров от Москвы. То есть, соответственно, это я, получается, доехал до Москвы, объехал по 107 Москву. Ну и вот все остальное, там Челябинск, Урал и так далее, Омск. Вот. Дальше там будут как бы ролики промежутками. Это мои расходы конкретные на определенных участках. То есть там Москва, не Москва, Урал, не Урал, Омск против ветра. Ну и вот как бы там минимальная цифра и максимальная цифра. Но в принципе все было у меня, кроме Урала, все было ниже нормы. То есть на Урале было 34, по-моему, там с чем-то. Сейчас уже не помню. Ну, в видео посмотрите, если интересно будет. Ну, вот так вот, в общем, я, получается, пришел с расходом 32. Причем я в субботу приехал, на стоянку машину поставил. У меня показывало 31. То есть, ну, с утра пока завел. Я вчера еще приезжал, прогревал. То есть, пока там машину сполоснул внутри, снаружи. Вот, порядок наводил, то есть она у меня подзарядилась. И фен у меня, получается, работал постоянно. То есть я его не выключал, поставил на малый оборот. То есть он полутора суток молотил. Кстати, могу сказать еще одну фишку. Вот понял, то что машина вот эти все расходы показывает, да, на табло и так далее. Все она считает. Она фен, который не родной, не штатный, вот наш делковский, под спальником стоит, который, она его не учитывает, потому что цифры, которые у меня показала машина, да, с последнего обнуления, когда я загрузился и выехал, и цифры, которые я на калькуляторе посчитал, расходятся, где-то расходятся литров на 7, то есть это как раз где-то эти цифры, которые я сжег солярки феном. Поэтому вот этот вопрос надо поднимать с Делко. То есть машина как бы не учитывает. И я думаю, ГЛОНАССовская система тоже не учитывает. И вот эти 7 литров, я думаю, что они пойдут ко мне куда-то там в пережог. Но у меня 23, по-моему, литра экономии. Поэтому минус 7 литров. Ну, в общем, я этот вопрос буду поднимать по поводу фена. Потому что машина не учитывает. И как они вообще это списывают, по сколько часов и так далее, как вот это все выяснить. Ну, второй момент, то есть по поводу тахографа, там соблюдения сроков и так далее. То есть много тоже разговоров, да, что в Делко заставляют по 800 километров ездить и так далее. Я загрузился в воскресенье, приехал в субботу. То есть, получается, 6 дней я ехал, 7 даже. Ну и за дорогу лично мне никто ни разу не позвонил и не сказал, почему ты 800 не проехал, почему ты сегодня проехал 500 и встал на стоянку. Поэтому все это фигня. Кто хочет, тот ездит ночами. Я как бы, ну, не любитель ездить ночами. Все-таки стараюсь придерживаться тахографа. Да, тоже нарушаю, но в каком плане, допустим, вот я поехал, да, первый день у меня, я по тахографу, все нормально было, ну, там видео было, наверное, в Инстаграме, кто на меня подписан, смотрите. Там, получается, 23 минуты у меня был еще запас, чтобы найти стоянку. Все, мы, получается, встали на стоянку перед Челябинском, заночевали, но 9 часов не отстояли. Проснулись раньше. Не было смысла 2 часа стоять, ждать, пока у тебя тахограф как бы даст тебе возможность ехать, да. Поэтому вот нарушил то, что поехал раньше. И потом он меня всю дорогу уже
всякую ерунду мне, короче, писал там. Все, встаньте отстой, там 9 часов и так далее, время отдыха, в общем. Не только после Омска, уже после Кемерово даже, вот я на ночевку встал, выспался нормально уже, как бы, спешки не было, с вечера скользко было, ну и как бы, я в любом случае уже к пятнице не успевал, поэтому и тахограф мне уже, получается, от Кемерово начал нормальные цифры показывать. По поводу штрафов, поймал штрафов на 7000 рублей за этот рейс. Один штраф, получается, я поймал сразу же за превышение. Раскатил машину 91, по-моему, или 90 км в час. Штраф 500 рублей. И, получается, один раз раскатил ее, ну, отвлекся на телефон. Раскатил 98, штраф пятак. Ну и, соответственно, после этого еще было три у меня нарушения скоростного режима по 500 рублей. То есть вот, я думаю, с февральской зарплаты меня удержат 7000 штрафов. Ну, как бы тут вины Делка никакой нет, у них свои условия, да, и надо под них подстраиваться. Я нарушил, значит, меня накажут. Поэтому экономьте свои деньги. Не экономьте колодки. Вообще, я сначала старался как-то экономить колодки, то есть, ну, все-таки стараться горняком на спусках, да, его не тормозить. Но разделка, как бы, на меня пофигу, да, на мои какие-то видения, как нужно ездить. И, значит, просто колодки не будут отхаживать миллион, как положено, ну, новые, оригинальные. Потому что я торможу на спусках. Горняк не справляется с двадцаткой. Мне приходится тормозить колодками. Ну и, соответственно, идет расход ферродо. Ну а так, в целом, как бы, я, в принципе, доволен. Все будет понятно, конечно, после того, как я получу первую зарплату. Но туда я, получается, шел на Москву неутепленный. И я в норму даже не мог вложиться. Не то, что там какую-то экономию привезти. Вот, естественно, этот рейс... Там всего 23 литра у меня экономии, поэтому роли он большой не сыграет. То есть я думаю, что если и до конца февраля у меня получится сэкономить. Ну, как бы, ну, не факт. Потому что пережог высчитывают сразу, удерживают, а экономию только в следующем месяце считают и компенсируют. Вот. Ну, вот как-то так. Поэтому все нормально. Уже получил первый аванс за январь. Ну, там копейки, конечно, но... Как и обещали, день в день, 14 числа, в пятницу, вот что-то в 10 вечера или в 9 вечера, пришла смс-ка счастья. Ну, вот так вот. Я, в общем, минусов в Делка пока особых не вижу. Единственное, что с чем я не согласен, это... нарушение скоростного режима, потому что ты, если, допустим, рассуждать как самому хозяину машины, да, и как бы я относился к своей именно машине, я бы колодки берег. Ничего страшного нету в том, что я ее раскатываю на спуске, да, допустим, там до той же сотки, но я же как бы не идиот, я вижу, что у меня впереди подъем, и никого нету, ни скользко, ничего. Почему бы не раскатить? Зато в город ты залетишь на 12, у тебя уже экономия топлива идет. А мы, получается, как едем? Я иду, вот у меня все 88, там он начинает визжать, и я начинаю тормозить. Я торможу на спуске. Сзади идут, кто на фурах, допустим, если за мной идут несколько машин, особенно если идут частники. Все, они начинают, да ты чё там, ты заебал, да чё ты тормозишь, надо раскатывать перед подъемом, давай разгоняй. Ну и как бы вот каждому из них стараюсь, ну как бы приходится объяснять, что если я раскатываю 90, то пятихатка, если я раскачу 95, то 5000 рублей. Поэтому я торможу на спуске, а потом на 9 забираюсь в эту гору, блядь, 60 там, километров в час и так далее. Бред, конечно, но мне как бы сказали, что с Делкой спорить бесполезно, и ничего ты не докажешь.
И у них своя точка зрения, и как бы обосновать им вряд ли это получится. Было бы классно, если бы ради эксперимента даже позволили там, допустим, какой-то машине, ну вот лично мне бы, да, ее раскатывать и посмотрели бы эффект через полгода, насколько колодок больше хватает из-за того, что просто я превышаю немножко без риска для кого-либо. Ну, вот так вот, в общем, смотрите дальше ролики. Первый ролик будет, получается, это итоговый в Красноярске, с каким расходом я пришел. Ну, а дальше, если интересно, будут ролики, как я к этой цифре пришел, каким методом и образом. Всем пока. Дылка рулит. Ну, вот, пацаны, я прибыл на выгрузку Северное шоссе. 9:20 время. Остановимся, посмотрим. Смотрим. 4711 пробег. Вот, от 9.02.2020 года. Так, цифра 32. На холостых 18.6. 1426 литров я испортил. Вот такие пироги. Поэтому победитель у нас Игорь Шарыпов. Поздравляем. Пойду сдавать документы. Вот, короче, груз мы сдали. Все по нолям. Сейчас обнуляю. Потому что мы сейчас поедем пустые. Посмотрим, что он покажет. По Москве, вернее, ну по области, по 108 поедем, по 107, точнее, на другую сторону Москвы, с Дзержинский, то есть это въезд в Москву по М5. Посмотрим, что будет писать сейчас. Ну вот, на улице опять 15 градусов, вчера вечером было 10, и там проснулся пятнашка. Ничего я утеплителя пока не нашел, поэтому кордоном закрыл, вдвойне сделал, чтобы он не промокал. Вчера начал гору. Там, короче, 280. Да, подружечка, короче, заехали сюда. Ночевали. Ну вот, короче, по Москве по 107 вчера ехали от Дзержинского до Волоколамки. Ну и от Волоколамки вот отсюда доехали. Общий пробег 256 километров, расход 37,2, сейчас показывает. Вчера вечером только на нормальную дорогу не выехал, пока по 107 ехал. Расход показывал даже 38 с копейки. Сейчас вот обнулю, морду закрыл. Хочу смотреть, сколько будет кушать. 38 км в час на средней скорости. Москва, пятница. Все, трогаемся. Нам где-то 280 до выгрузки, загрузки. Получались. Сегодня нас не успели загрузить. Мы до 7 грузили. Два пролета осталось. Завтра с 7 утра будут догружать. Сразу некогда было там видео снимать всякие. Сейчас он появился. Вот, получается, мы проехали с последнего обнуления 273 километра. Вот, получается, мы расход 35.
Я машину только что запустил, был расход 34. А сюда я, короче, подъехал, 31 был. То есть вот эти запуски, не запуски, прям сразу добавляется на глазах. Вот с 20-кой расход за 300 километров на Псков дорога. То есть она тут не прямая нифига и против ветра. Вот что значит морду утеплил. Сейчас, короче, воздух накачаем. Нам надо переехать на вторые ворота. Потому что тут в эти ворота, короче, ночью будут там что-то завозить, ночная смена, формировать груз. Сейчас перекатимся, короче, на другую пандус. Спать будем ложиться, потому что надо находиться, водитель должен находиться на загрузке. То есть я смотрю, как они укладывают, ремнями утягиваю периодически, чтобы не распирало, потому что из-за спан зуб, пленка в рулонах, пароизоляция, вот эта всякая такая шляпа. Вот так вот, короче. Нормальный расход. Я, в принципе, доволен. Вот, 3 минуты парканулись, уже 37. Вот как поднимается расход. Моментально. Ну, все, короче, припарковались вроде как. Пойду сейчас гляну, что там ровно, неровно. Я спать ложусь. Короче, с утеплением я вопрос решил. Бесплатно. Кордон взял. Вдвойне, короче, сложил. И за спаном. Пароизоляцией. Обтянул степлером. Пощелкал. И все. Теперь точно промокать не будет. И ветер пропускать. Такие пироги. Заспан. Ну вот, короче, загрузился я на Красноярск. Вес у меня получается 14 тонн. Сейчас хочу все обнулить. Вот расход уже увеличился до 31,7. То есть это я с утра просто погудел там, ну, подушки накачал, пока вот пломбу повешал, ворота закрыл, уже не глушил, сразу увеличился на литр. Чисто на холостом ходу, поэтому надо как можно меньше, чтобы мотор работал на холостых. Все, сейчас, короче, обнуляем. И здесь, короче, так, нет. Вот это обнуляем. И вот этот второй тоже обнуляем. Вот это получается у меня в московский с 20-кой за 532 километра сожрал, получается, 34,4 расход получился. То есть ни хрена я не вкладываюсь. Ладно, все обнуляем. Ну, это мой километраж уже, я сколько накатал от Барабинска. 31,4 расход. Ну все, с Богом. 9.05. Выезжаем. Вот, короче, мы из Челнов выехали с базы. Вот. На базу подъехал, было 29.1. Вот пока туда-сюда сразу поднялся расход опять. Сейчас обнулить хочу. Посмотреть, что будет дальше. Пока вот такой расход. Это за 1500 километров получается. С Москвой, с Нижним, с Чебоксарами и так далее. Карту водителя, кстати, получил. Теперь он до хрена что пишет, показывает, все работает.
прикольно. Звезды вон мои скинулись. Нижняя сотка. Верхняя что-то вообще по нолям. Не знаю почему. Или то, что глушил, или то, что карту водителя вставил. Сейчас он будет уже конкретно куда-то в базу фиксировать мои гонки, не гонки. Как я еду, в каком режиме. Вот, короче, до Уфы добрались от Челнов. 254 километра проехали. Сейчас уже я карту тахографа вставил. И вот у меня получается верхняя шкала. Вот, вот так вот я еду. Не знаю, что там на Урале будет. Помешает кто-то или не помешает. Но пока как бы цифры нормальные. Верхняя 100, нижняя 91. На улице минус 5. Сейчас у нас 45-минутки скоро будет. В общем, едем по тахографу. Законы не нарушаем Российской Федерации. Ну вот, трогаемся. Где Челябинск? Вот Урал. 681 километр от Челнов. С пересечением Урала. 34,9. Сейчас погуляем. Посмотрим, что у нас по прямой будет. Ну, вот добрались мы, короче, до Зауральского тракта. Проехали мы, получается, 300 километров, наверное, сейчас посмотрим. Я там обнулил. Да, вот 300 километров ровно вообще. Вот мой расход, 25,5. Средняя скорость 69 километров в час. Вот такие пироги. Поэтому надо делать быстрее вот эти курсы, проходить экономичного вождения, чтобы еще больше меня научили экономить солярочку. И буду тогда всегда вкладываться в норму, блядь, в любой рейс. Якутия, не Якутия, Урал, Кызыл и так далее. 25,5, вообще отличный результат. Ну, вот по цифрам получается, проехали 100 километров, 130 до кольца. Против ветра, ветер поднялся, и сырая дорога. Все, сразу расход 27,3. Вот, сейчас на бердюшку свернули, сейчас нам ветер в жопу будет дуть. Должны сейчас уронить эту цифру. Такие вот пироги. А то вообще не катится машина. Вроде ее разгонишь, все, стараешься поддерживать определенную скорость, чтобы вот расходомер моментальный, была цифра до 30, а он теряет скорость, в общем, не может поддержать полноценно. Посмотрим, что будет на Ишиме. Всем привет. Вот такие, в общем, у нас цифры. 27,6. 789 километров мы вчера прошли. Средняя 63. Расход 27,6. Сейчас, короче, обнулим все это дело. Пойдем пожрем. И поедем дальше. Красавчик. Чистенький, блядь. Намыли. Блестит. Сейчас ждем коллегу. Сейчас выйдет с моечки, его моет, да поедем потихоньку. Ну вот наши сегодняшние цифры, получается. Мы от Амича проехали 336 километров. Вот, получается, мой расход 29. Ну, только что был 28,9. Вот, пока по стоянке крутанулся, стал 29. 97 литров. Сейчас пойду вот у Володи. Прошу, посмотрю, что у него показывают. У меня 14 тонн, у Володи 12. У него норма на 0,7 меньше, чем у меня должна быть. Похвастаюсь, сейчас какой-то вот Д'Артаньян. Да, Д'Артаньян, да. Ну, 2 тонны больше, а расход одинаковый. Не, ну у тебя-то сначала наоборот была экономия. Так. Да это, блядь, хуйня какая-то. Это у тебя второй надо, во второй заходить, да? 335 километров, ну то же самое, короче. 28,9, вот, расход одинаковый, а тоннаж 2 тонны разница. Сейчас будем фильтра менять, короче, попробуем на этой машине поменять фильтра. Может, проблема в них, действительно, может, забиты. Ну,
Вот, короче, с объездной выехали с Новосибирска, идем на Кемерово. 577 километров, расход 29,2. Ну, это вот мы остановились, там постояли туда-сюда, то есть встречались еще с одним коллегой нашим, познакомились. Короче, мчим дальше, посмотрим, что у нас будет до Кемерово. За Кемерово, наверное, будем на стоянку вставать. Короче, прошли мы Кемерово, доехали до привала. Ну вот, 29 литров. Расход 863 километра. Нарушаем сегодня. Семьдесят один километр в час. Средняя скорость. Отлично. 29,0. Обнуляем с утра. Так, не отпусти, что-то не то. Все, с утра заведем, прогреем минуту и поедем. До дома нам 470 километров. Посмотрим, какой завтра будет расход. Короче, добрались до Газпрома. Не доезжая Ачинска, который перед нами. Весь 21 километр проехали от Кемерово до стояночки. 37. Вот я в норме. За 220 километров горная местность, Мариинск и сырая дорога. Я в норме. Поэтому, блядь, я не знаю, если я еще кому-то не доказал, что можно ходить в норме, что машина виновата в чем-то. Я вообще не представляю, как с вами диалог вести.